Ευλογητό ο Θεός Здоровый глаз не терпит даже мельчайшей соринки, а истинная любовь не терпит даже малейшего греха. В истинной любви есть только любовь, и в ее беспредельных просторах, и в ее сокровенных глубинах. Людей, любящих друг друга, не сосчитать. Но знающих, что такое любовь, можно встретить очень редко. Чем больше открывается смысл Евангелия, тем более глубокие вещи сердцем в нем любишь и ценишь, и тем больше глубину и сокровенность в нем находишь. Но чем меньше открыто Евангелие сердцу, тем более сложным и непонятным оно представляется. Слова Евангелия об отвержении своей воли и тем более от отречения о своей жизни устрашают душу, и она сопротивляется им. И все же эти слова всегда истинны, а страх и сопротивление всегда ложны. Бог помогает своей благодатью тем, кто хочет избавиться от грехов, вразумляет и наказывает тех, кто закоснел в грехе и не желает измениться, и отходит от тех, кто отчаивается. Все, что делается ради любви, прекрасно, потому что делается ради жизни, но все, что делается без любви, мертво. Потому что без любви нет жизни. Если сможешь умереть прежде своей смерти, то не умрешь, когда будешь умирать. Если стремишься к добру, живешь. Если не стремишься, умираешь. Учись познавать Бога. Это значит не иметь личной жизни. Не иметь личной жизни значит отдать свою жизнь Богу навеки. Любить Бога и людей значит служить тем, кого любишь. Если не служишь, значит не любишь. Другого пути нет. Если покинешь Христа, первое, что тебя встретит, это блуд. Если покинешь блуд, первое, что тебя встретит, это покаяние. Если покинешь Христа, встретишь страдания. Если вернешься во Христа, найдешь спасение. Если покинешь Христа, все дурное в мире на твоей совести. Если вернешься во Христа, увидишь мир преображенным. Если покинешь Христа, станешь пленником ума. Если вернешься во Христа, станешь рабом Христовым
и обретешь свободу. Если покинешь Христа, ум уведет тебя к гибели. Если вернешься во Христа, Он приведет тебя к Отцу Небесному и спасению. Если покинешь Христа, узнаешь, насколько зла похоть, которая не может дать счастья. А если вернешься во Христа, узнаешь, как благ Господь. Проси Бога изменить твою жизнь и найти Его прежде, чем твоя жизнь начнет изменяться и изменять тебе. Утешение – это не Бог. Это только божественная помощь для спасения души и поиска самого Бога. Малейшее отклонение от Бога – это отказ от Него. И в это мгновение отказа мы живем этим отказом, духовной смертью. Дело, которое мы делаем ради любви к Богу, становится делом любви к ближним. А то, что мы делаем с неприязнью к людям, отделяет нас и от Бога. Если Бог – это жизнь, тогда все, что не Бог – это не жизнь. Это то, в чем душа наша не находит жизни и умирает. Не так важен труд, который нам приходится выполнять, как важно то, храним ли мы в себе Бога, занимаясь этим трудом. Не так важно место, где нам приходится жить, как важно то, встречаемся ли мы с Богом там, где мы живем. И не так важно то, с кем нам приходится общаться, как важно одно – видим ли мы в этом человеке образ Христа. Даже одна добрая мысль отодвигает угрозу от самого человека и даже от всего мира. Даже одна добрая мысль привлекает милость Божию к самому человеку и ко всему миру. Даже одна добрая мысль несокрушима никакими удручающими обстоятельствами, которые воздвигает зло пред человеком, ибо добрая мысль связана с неуничтожимой вечной жизнью, которая есть Бог. Вечная жизнь – это любовь, и из нее наша вера, а вера, неодолимая для зла, превосходящая тленный мир и побеждающая всякий грех, который есть смерть. Но во Христе нет греха, поэтому в нем нет и смерти.